Добрый день, сегодня 5 июня 2018 года. Мы идем смотреть очередную четырехкомнатную квартиру по цене 2500 шекелей. Рядом тут строится магазин. Также недалеко тут сырья, есть детские площадки, вот вы видите, автобусная остановка. Квартира идет вместе с кладовой комнатой. Также есть кладовая комната на нулевом этаже. Сейчас мы поднимемся, посмотрим квартиру. Вот такой большой тут холл. Лифт уже тут работает, дом год. Вот так. Сейчас поднимемся, посмотрим квартиру. Квартира большая, 100 квадратных метров. Вот вы видите, большой салон. Красивая голубая кухня. Есть тут также, вот вы видите, газовая плита. Есть место под посудомоечную машину. Тут холодильник. Квартира с кондиционером центральным. Есть также сетки морщительные. Вот этот балкон. Вот. Немножко бы можно было бы, был бы с видом. Ну, квартира немножко без вида. И ничего. Сейчас мы включим электричество. Вот, вот вы видите. Большая ванная комната. Квартира это действительно нестандартная. Вы видите, все в большом, все в таком, скажем, квартиры широкие. Большие. Есть также технический балкон. То есть эта квартира 100 квадратных метров. Дальше. Тут немножко больше. Вот вы видите. Птички летают у нас. Не будем беспокоить соседи. Также где у нас? Есть место под шкаф, то есть очень удобно. Тут можно поставить шкаф, тут диван, допустим, для ребенка, тут можно поставить стол. Не слышно, не видно. Это родительская комната. Нет, в этой комнате есть также, вы видите, душ с туалетом и комната. Лампочка перегорела. Комнатушка. То есть таких квартир это единица, скажем так. И еще одна комната. И также тут есть место под шкаф. То есть очень большая квартира, самое главное, очень удобная. Есть место под все. Если даже поставить и шкаф, то он не занимает полкомнаты. Вот. И опять же, вот такая красивая голубая кухня. Звоните нам, приезжайте, снимайте эту квартиру. Наш телефон 05353, компания Экохаус. Ставьте нам лайки. До свидания.